Так само депутат Палаты представников Национального схода Тамара Далгаши выказалась на конт закона об Всебелорусском народном сходе, проект якого зараз вынесен на обмеркование. Нагадаем, документ, який у дальнейшем будет пропонован до принятия законодавчим органам або на референдуме, размещены на сайте Правовы форум Беларуси. Громадское обмеркование проходит до 2 листопада уключно на портале и у формате диалоговых пляцовок. Головная мета таких заходов – максимальная открытость темы и долучение кожного жыхара краин до принятия решений державной важности. Все белорусское народное собрание, для того чтобы было понятно очень простым языком, это такой шаг в сторону расширения, значительного расширения демократии и участия гораздо большей доли участия людей в обсуждении жизненно важных государственных вопросов. Это такой прообраз народного вечи, который когда-то существовал, но вот сейчас такой ренессанс, возрождение вот этой хорошей традиции. Всебелорусское народное собрание будет функционировать гораздо активнее и содержать все слои населения. Сюда войдут люди, которые представляют все ветви власти. Президент Республики Беларусь, Палата представителей, Совет Республики, Совет министров, представители исполнительной областной, городской, районной власти, представители советов депутатов всех уровней, начиная от республиканского, заканчивая местным, районным и сельским уровнем, и представители общественных организаций. Но все остальные места будут заняты представителями от коллективов и организаций, кандидатуры которых будут предложены. Вот в этом пункте мы надеемся на активное участие людей, потому что закон еще не готов. И его можно обсуждать и предлагать свои какие-то, свое видение и свои решения. Поэтому это на самом деле народный орган, который будет облечен гораздо большими, я бы сказала, даже полномочиями, чем глава государства. Потому что контроль деятельности главы государства и легитимности президента – это тоже одна из задач Всебелорусского народного собрания.